Скоростная радиотелеграфия в современном мире развивается не так бурно, как хотелось бы. Однако белорусы в этом плане приятное исключение. В нашей стране людей, которые серьезно занимаются радиоспортом и достигают в нем высоких результатов, достаточно много. Только перед началом сегодняшних соревнований 4 спортсменам вручили удостоверение, 2 из которых название мастера спорта международного класса и 2 названия мастера спорта Республики Беларусь. Все участники соревнований составляют друг другу серьезную конкуренцию. Тем не менее, вне состязаний они находятся в тесных дружеских отношениях. Делится этой мыслью и абсолютная чемпионка мира по скоростной радиотелеграфии Анна Шевеленко. Все ребята, все, кто... Я не могу назвать их соперниками. Это друзья. У нас такая очень здоровая, можно сказать, конкуренция. Все мы очень дружим. Это настоящая семья, в которую вот в коллектив ты в этот вливаешься, и уйти отсюда просто невозможно. Это очень интересно, и это уже, я могу назвать, спорт своей жизнью. Для того, чтобы достичь успеха в радиоспорте, обладать мгновенной реакцией и внимательностью недостаточно. Нужно иметь уникальную память, музыкальный слух и в самые напряженные моменты сохранять непоколебимое спокойствие. У спортсменов, которые приняли участие в отборочном чемпионате Республики Беларусь, все эти качества присутствуют. Тренеры между собой называют их элитой данного вида спорта, объясняя это тем, что на таких соревнованиях собираются лучшие из лучших. Ведь между ними ведется борьба за место в основном составе сборной с последующим участием в чемпионате мира. Уже практически 10 лет здесь, на базе Брестского радиоклуба. Здесь хорошая располагающая обстановка, обеспечено технически все благодаря поддержке областному ДОСААФ. Проводятся соревнования на Кубок Республики Беларусь. Эти соревнования – это соревнования, где собираются лучшие из лучших. Скоростная радиотелеграфия – особый вид спорта. Но, как и в любом другом, здесь самое важное – желание и стремление совершенствоваться. Спортсмены, которые сегодня приняли участие в чемпионате, это понимают. Ведь каждое их соревнование – это возможность подняться на ступеньку выше. Совершенству, как известно, нет предела, тем более, когда речь идет о спорте.